Помните момент из фильма «Брат», когда Данила Багров заставил двух мигрантов заплатить за проезд? С выхода фильма прошло уже 27 лет, и Сергея Бодрова уже давно с нами нет. Незаметно пролетели годы, но ничего не изменилось. Более того, мигранты все еще считают, что не обязаны платить за проезд. Они все чаще нападают на кондукторов и избивают их. В этот раз мигранты нарвались на современного Данилу, который заставил их заплатить за проезд. А вы что, все бесплатно едете? Бесплатно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, там еще полно бесплатно все, да? Ну давай, прикладывай, прикладывай по очереди. Первый пошел, раз, второй. Давай. Нехватка средств. Давай, прикладывай. Идет авторизация. Дальше. Молодец. Давайте, давайте, пацаны. Повтор. Ну ты поддержи ее, поддержи, что ты молчишь? И следующий. Такой какой-то автобус, я впервые в него сел. Автобус номер 300. Автобус для иностранного специалиста. Почти в риф. Ну а что дальше-то? Предложил? Да. Все. Поймите, что общественный транспорт всегда будет убыточным. Тем более, если ежедневно сотни тысяч не платят за проезд. На самом деле, никто не едет бесплатно. Все, что они не заплатили, потом погашается за счет бюджета. Фактически, за них платят налогоплательщики. Большое спасибо, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик.